Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире музыкальная программа «Артикул». Партнер нашей программы «Стейкхаус», караоке-клуб «Бродвей». С вами ведущий Андрей Великодный и Алексей Ледовский. И сегодня у нас в гостях вокальный дуэт «Хамелеон». Здравствуйте, ребята. Егор, здравствуйте. Настя, будем знакомы. Егор, я хочу тебя спросить вначале. «Хамелеон» я помню немножко иным ранее. То есть это был другой коллектив, совершенно не был вокальным дуэтом. Что это было и почему все-таки теперь это уже вокальный дуэт, ты вместе с Настей? Был такой коллектив, такой джазовой направленности. Мы пытались там миксовать в нашей музыке этно, джаз, фанк, там многие стили. Мы пытались это делать, выступали на парочке фестивалей Red City, если помнит Андрей. Есть такой у нас. С этого все началось. Вообще началось все еще ранее, но я не буду об этом говорить. Ну чего, давай поговорим. Что было давай вообще поговорим. До «Хамелеона»? Как ты вообще пришел в музыку? Ну, можно сказать, что через бальные танцы. Я еще раньше занимался бальными танцами профессионально, 6 лет. Вот, и танцевал под джазовые стандарты, Синатра, там, Элла Фиджеральд. Мне это очень нравилось, и, видимо, мне захотелось это воспроизвести своими руками. Я еще играю на фортепиано. И как-то через фортепиано я начал искать людей, захотелось сделать свою музыку. Собрал коллектив, который назывался «Sana Naturas». Вот такое интересное название. И далее потом он перерос в «Хамелеон». После «Хамелеона» были коммерческие, да, «In Time» коммерческие группы. Ну, как-то не пошло с коммерцией и группами, потому что людей очень много, аппаратура, как бы это все нужно возить. «Хамелеона» возвращаясь, почему это название? Ну, потому что, не знаю, как-то прикрепилось, наверное, уже ко мне как... к личности, может быть, вот. А и... ты даже не дуэт, это Егор Хамелеон. С обидой сказала Настя. Адаптивный человек. Вообще идея, почему Хамелеон, потому что мы пытались совмещать стили, вот, и так мы приравнивали как смена цвета, вот, допустим. То есть очень много мы в себе включали, и поэтому Хамелеон. Ну, кстати, хочу сказать, что в музыке композитором Хамелеона называют Стравинского. Потому что он, да. Такая информация полезная. Эллическое отступление. Да. Настя, как ты попала в «Хамелеон»? То есть Егор тебя нашел или ты его нашла? Мы учились вместе в школе с Егором, но мы тогда не общались, и разница в возрасте. А потом, опять-таки, все с бальными танцами связано. На турнире «Кривбас Open Air», я не помню, в каком году. Open Air. Или как там назывался? «Кривбас Open». Да, или «Кривбас Open». Мы встретились, ребята играли и озвучивали этот турнир. Я просто была в зале, смотрела, так как мы учились вместе в школе, то мы там, привет-привет. И как-то вот завертелось общение. Егор тогда в «In Time» у него была группа, но не складывалось, не шло. Хотя они пели уже кавера и уже популярную музыку, уже не джазовую. Ну и решили, что это очень тяжело, вся эта аппаратура, да, и все такое, что было бы проще быть дуэтом с одним комплектом аппарата и как-то так. Ну, в общем, я это упростила немножко. Ну, «Хамелеон» — это коммерческий проект или нет? Конечно. Вокальный дуэт «Хамелеон» — это, да, в первую очередь коммерческий проект. Да. То есть свою музыку вы там не играете? Нет. Ну, все может быть, но я хотел бы свою музыку делать. Мы этим сейчас занимаемся. Ну, в данный момент нет, не играем, да, только коммерческие проекты. Но планы есть такие, да? Да. Сейчас этим занимаюсь. У меня много черновиков, которые уже лежат очень давно у меня на верхней полке, припали пылью. И хочется сейчас... Благо, есть человек такой, диджей Алестра, мой друг Юра. Мы с ним сейчас занимаемся записью, вот, в процессе. Пробовали принимать участие в каких-нибудь конкурсах вокальных? Есть популярные, да? Дуэтом нет. Дуэтом нет. Дуэтом нет. Но по отдельности? Настя почему-то отказывается. Очень давно, когда я еще училась в музыкальном училище, мне было лет, наверное, 16 или 17, я ездила на отборочный, на первую фабрику украинскую в Одессу. Все. Ну и остальные конкурсы – это уже не такие популярные, не телевизионные, а какие-то наши, вот, боже, какой там у нас
Якась срібна джерельця, щось таке було. Помніть, такі в Кривому Розі були конкурси? Помню. Ну вот, на такі, на такі комерчні, то вот тільки тот відборочний на фабрику і все. Ну, а опыт был хороший? Хороший был опыт, да. Я прошла во второй тур, потом в третий, а на четвертый не поехала. Сама не поехала, да? Ну, сложились обстоятельства, да. Скажите, ребята, а верите ли вы вот в X-Factor, допустим, либо ну, в какие-то подобные проекты? В смысле, верим. Он существует! Он существует! Как божество, да, какое-то. Скажу так, это просто шоу? Или действительно можно благодаря таким проектам стать популярным? Мне кажется, и то, и другое. Все-таки. Вот, ну, конечно, ну, твое лицо на экране телевизора, ну, все знают твое имя, это популяризация своего рода. Я думаю, ребята... Это лицо быстро пропадает потом. Два года. Если ты ничего не делаешь, да, вот, ну, допустим, да, я согласна. Есть хороший пример, есть такой артист Монатик, его зовут. Он как бы еще танцевал... в проекте «Танцуют все», по-моему, да, он участвовал. Это такое, это все равно... И потом, впоследствии, он пошел на X-Factor, вот, как-то там закрутилось, я не знаю, какие там у них в Киеве сложились обстоятельства, но он начал развиваться и сейчас очень успешный в своей деятельности. Тебе можно потанцевать еще? Вообще. Поиграть, да. Еще в это время шить, все нормально. Но все-таки будете пробовать вдвоем уже покорять подобные проекты? Мы обсуждали это, и, скорее всего, у нас не получится, так как у нас Настя семейный человек. Я расскажу. Нет, ну ребенок, и мне не хочется надолго уезжать и оставлять. Не хочется. Концерты онлайн, в конце концов. Концерты онлайн? Это так мило, по скайпу. Ребенка. По скайпу это, Андрей, это уже другая деятельность совсем. Но вообще вот зарабатывать музыкой, то есть коммерческим проектом, выгодно ли сейчас? Много заказов? Выгодно. Этим мы и занимаемся. Выгодно. То есть выгодно все-таки, да? Сейчас, конечно, тяжелее, чем там, например, в прошлом году, и все понимают ситуацию в стране и все остальное. Но это такая работа, которая приносит удовольствие и деньги одновременно. Хотя бы из-за этого выгодно. Хотя бы из-за этого. Даже если меньше, чем хотелось бы, или там меньше заказов, чем хотелось бы, надо работать над этим, делать какую-то там рекламу, какую-то деятельность вести. Помимо Кривого Рога, вы работаете еще где-нибудь? Бывают заказы? Да. Да, мы работаем, выезжали. В окраинах. В окраинах. Да, и может быть из-за того, что... Ну, и в том числе из-за того, что у Насти не получается выезжать там немножко подальше. Далеко, да, где далеко, подальше. Да, не получается. А так Желтые Воды, там вот где-то в Кировоградской области. Приглашали, летом приглашали нас в клуб какой-то еще. А, еще позже, в позапрошлом году в Крым. Я забыла, да, в Крым, но в Крым не поехали. Ну, иногда отказываем, потому что не получается. Да, потому что далеко, надолго я не... Вы поете ту музыку, которая вам нравится, или которую вас просят сыграть? Кстати, да, мы рискнули. А здесь тоже вот такой момент. То, что нам претит вообще, мы не поем. Например, там шансон, или, если можно так сказать, блатняк, мы не поем. Сейчас отрезал вообще, ну, как бы, половину наших заказчиков. А мы будем его петь? А мы будем его петь? Нет, ну, мы можем все поставить, есть интернет, это все понятно. Но... Популярную музыку мы поем всю, даже если там какие-то нам не нравятся отдельные композиции. Но есть принципиальные моменты какие-то, которые мы не поем. А что вы принципиально не будете? Шансон. Шансон. Да. Блатняк. Да. Ну, да, русский шансон, да, я так понимаю? Ну, да. Потому что люди иногда, понимаете, путают, ну, шансон, который из Франции... Нет, конечно, мы говорим о том нашем приворожском шансоне, да, про блатничок, да. Тогда это лучше блатняк. Да. Ну, бывали такие ситуации во время вашей работы, что подходит к вам слегка выпивший человек и говорит, да сыграй вот что-нибудь вот из моего. Да каждую пятницу. Как вы на это реагируете? Как вы ему так даете отворот-поворот? Аккуратно. Мы к этому уже настолько привыкли, что мы лояльно отвечаем просто. Мы естественно, не поем, да. Все же то есть вы не нервничаете? Или нервничаете? Ну, уже прошло то время. Угу. Поначалу, честно говоря, я, да, вот. Егор нервничал, да, очень. Ну, поскольку, ну, были моменты, конечно. Я же все-таки мужчина, и когда тебе говорят неприятные какие-то вещи, ты начинаешь как-то реагировать на это. Ну, со временем просто понял, что, ну, люди разные бывают, нужно просто принимать. Да. Как-то спокойнее к этому относиться, это же работа наша, это да, просто это часть такая работы. Работа, да. Это же видно, касса там. Ну, не совсем, но да. К
курьезы какие у вас происходили во время работы? Вот самое интересное, можете рассказать? О боже, я сейчас вспомнила миллион историй. Я не понимаю, какую из них можно рассказать. Много проходит курьезов, таких. Да, ну такие яркие. Давай, заказали, к примеру, хорошо. Заведение, приехали, заведения там нет. Давай лояльно, чтобы... Очень много историй, какую из них можно рассказать? Просто было очень много таких историй, как неприятных, с которых мы потом смеялись в итоге. Но это было... Ну, неприятно. В основном связано с выпившими людьми, тогда, скажем. Все связаны с выпившими людьми вообще. Ладно, я вспомнила одну нормальную, которую можно, наверное, рассказать. Замечательная девушка, постоянный клиент. Она хорошая, она никогда там не хамит, не грубит, все хорошо. Но она немного выпила больше, чем ей хотелось. Учитывая, что может эта девушка посмотреть еще перед нашим. Вот, поэтому я это все говорю. И в общем, она немного выпила больше, чем хотелось бы, и забыла название песни. Вот не может она вспомнить совсем. Она подходит и говорит, ну вот эта песня, она очень популярная, но музыка свинья. Я гуглила, я реально думала, какая песня? Музыка свыня. Ты зря до кота меня ты позовешь. Нет такой песни, музыка свыня. Через там несколько дней я еду в маршрутке, и тут играет «El amor me quema», да, музыка свыня, и я, о боже, это та песня. Через две недели приходит эта девушка, трезвая, и я ставлю эту песню, объявляю микрофон, что для вас специально песня, она, ой, как ты догадалась, я бы сама там все. Таких очень много курьезов, когда люди какую-то строчку из песни называют, а название много, другое песни, а исполнитель третий. Какую из этих трех песен нужно ставить вообще? Вот это забавные такие смешные и безобидные истории, которые можно рассказывать. Такой вопрос сейчас всем вам, потому что Андрей, как представитель фронтмен группы «Лаборатория номер 9», вот есть ли вообще какие-нибудь конфликты между коммерческими проектами музыкальными и авторскими музыкальными, которые делают авторскую музыку? Или конфликтуем ли мы вместе с ними? Ну, вообще, вот, к примеру, там люди, которые делают свою музыку, говорят, да, коммерческие проекты – это все ерунда полная, потому что они играют чужую музыку, а я не могу назвать их музыкантами, к примеру. Нет, ну на самом деле здесь просто присутствует момент вторичности, когда люди поют чужие песни, это все равно вторичность уже. То есть ты как бы поешь ту песню, которая... То есть человек сейчас говорит, что да, бывает. Ну, понимаешь? А вот. Ну, я видел пару выступлений, в которых участвовал Андрей, который играл коммерческую музыку. Ответ на вопрос, да. Мы люди, если, допустим, играем какой-то кавер, все равно он не наш. Это музыка чужая, допустим, играем мы «Шнура». Это песня. Понимаешь, да, ответ на вопрос. Хороший пример. Да, поэтому, грубо говоря, когда свои песни раскручиваются до таких высот, то тогда намного приятнее. Правильно? Но я не вижу конфликта. Конфликт можно создать и вообще с кем угодно. Да, это отлично. Вопрос не конфликт между музыкантами, а конфликт на момент... Межличностный, да, какой-то или что-то. Сами песни, допустим, играют люди кавера и играют люди свою авторскую музыку. И какой между ними может быть конфликт? Это две разных вообще величины. Тут именно подход просто к делу. Это очень разные вещи, очень разные величины. Это как мы говорили вот до камеры о конкуренции. Ну, это не конкурентные вообще дела какие-то. Кстати, о конкурентах. У вас много конкурентов в городе? Конечно, практически в каждом заведении кто-то поет. Ну, возможно, они как бы не столько, не знаю, как сказать, на виду, не столько, ну, я не знаю, как объяснить, да. Но есть много дуэтов, которые работают на мероприятиях. Не только дуэтов, и вообще, в принципе, там бэнды ж какие-то есть. Ну, конечно, насколько сложно вот пробиться в этом рынке?
В нашем городе не очень сложно. Я в Киеве, думаю, очень сложно было бы пробиться кавер-дуэту, который поет обычные, все композиции одинаковые. Ну, то есть, мне кажется... Других просто нет. Нет, ну я... Ну, репертуар схож. Но это правда, репертуар схож у всех вокалистов, которые каверы поют. В Киеве было бы очень тяжело пробиться, а в нашем городе нормально. У нас не очень много есть каких-то достойных, нормальных заведений, в которых хотелось бы работать, например. Поэтому, ну, не очень-очень сложно, нормально. У нас все стало очень разговорчиво, я смотрю. Ну, обещала молчать. Вообще, все, я молчу. Сложные темы, которые меня волнуют. Скажите мне, пожалуйста, все-таки вот о своих дальнейших планах, которые вы наметили, как для коллектива «Хамелеон». Все-таки будете просто играть музыку в заведениях или же будете как-то пытаться покорить больше людей? Ближайшие планы – это немножко популяризировать себя как дуэт, если что, все, что связано с дуэтом. А еще скоро мы будем выступать в новой роли, но мы вам не расскажем. Это будет интрига. Даже я, наверное, не знаю. В смысле? Есть уникальная возможность об этом рассказать. Давайте же поделимся телезрителям. Хотя бы намекнем. Потом. Давайте намекнем. Или вначале сбудется, а потом вы расскажете. Ну да, да, а то вдруг не получится. Хотя бы намекните, что это будет, в каком направлении. То есть это будет совершенно новое, или это будет просто какой-нибудь микс интересный? Ты останется таким же дуэтом «Хамелеон», только с вкраплением чего-то нового. Да, просто вкрапление. Вот так. Когда появится изюминка. Новая фишка. Очередная. То есть вы состав не будете расширять? Нет. В плане живых выступлений? Ну, конечно, можно было бы про это подумать, если мы там катались бы по всей Украине, там, как группы, известные кавер-группы, там, No Comments, я не знаю, как еще назвать, которые уже выросли Алекс до тоже. Такой степени, да, что Альбро. Можно и живую группу, и как бы можно и вот так, и с диджеем, а можно и живую группу, и вот это стоит таких денег, это стоит других денег. Ну, пока нет, таких целей нет. Ну, пока дуэтом очень удобно работать. Главное, чтобы были заказы, да? Да. И были хорошие клиенты. Ребят, от вас по традиции в нашей программе пожелания. Несколько слов нашим телезрителям. На самом деле, чего-то сложного не скажу, просто хотелось бы всем пожелать от чистого сердца счастья. Будьте просто счастливы, если у вас есть обида на кого-то или вы кого-то любите, возьмите, перезвоните человеку, не оставайтесь равнодушными. Просто жизнь настолько коротка, что не нужно ее тратить на какие-то мелочи и обиды. Вот такое пожелание. Будьте счастливы просто. Добавила Настя. Визуальное сопровождение. Мира, мира хочу пожелать всем. В этой ситуации хочется пожелать всем мирного неба и больше радостных, хороших, светлых событий. А мы хотим вам пожелать действительно очень много заказов, чтобы были популярны не только в Кривом Роге, а вообще в Украине и за ее пределами, и адекватных вам клиентов. О, спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был вокальный дуэт «Хамелеон». С вами были ведущие Андрей Великодный и Алексей Рядовский. Это была программа «Артикул». До встречи.